Вітаю, з вами «Шах і мат», мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми обговорюємо роботу комунальних служб Дніпра. З нами заступник міського голови Михайло Лисенко. Михайло Лисенко – заступник міського голови Дніпра. Має дві вищі освіти – за фахом інженер-технолог та магістр державного управління. Депутат Дніпропетровської обласної ради. У міськраді Дніпра очолює департамент благоустрою та інфраструктури. Хобі – музика, кіно, тварини. Михайло Олександрович, я радий вітати вас у цій студії. Давно тут саме не бачились. Власне, хочу перше питання задати, таке загальне. Як ви оцінюєте роботу комунальних служб міста? Чому питаю? Оскільки на гарячу лінію міської ради надходять питання в більшості своїй саме з цієї тематики. Да, добрий день. На самом деле, практически 80% обращений на горячую линию городского совета относятся к коммунальным службам. Я считаю, что ситуация в коммунальных предприятиях за последние несколько лет значительно улучшилась. Я это вижу по фидбэкам, я это вижу по опросам, я это вижу от сигналов от самих граждан. Причем большинство обращений, практически я вам скажу так, обращения в контакт-центр – это 30% от обращений мне в личку, в мессенджеры. То есть, да, приходится реагировать. Очень поступает там порядка 100 обращений в день. К сожалению, не все успеваю просто физически и технически просчитать. Но если сравнивать ситуацию, которая там была 5 лет назад, я не хочу сказать, что сегодня все прекрасно, все хорошо. У нас еще не все прекрасно, не все хорошо, есть еще над чем работать. Но за последние несколько лет я вижу, что ситуация выравнивается. И на сегодняшний день по 10-бальной шкале я им даю оценку 6,5-7. Угу. Є над чим працювати, конечно, власне. Конечно. Так, Михайло Олександрович, ну, в принципі, новина останніх, можна сказати, днів. Дніпропетровська область, по місту там окремі є розмови, але саме область перейшла менше, ніж за добу із зеленої в жовту, із жовтої в помаранчеву зону. У зв'язку з цим робота комунальних служб якось зміниться, якісь обмеження будуть, якісь роботи можуть не виконуватись, чи як? От, ви про це ні, можете щось сказати? Ограничення будуть відноситися виключно к моєму департаменту, а все коммунальные предприятия, все аварийные службы, все без исключения подрядные организации, они как работали, так и будут работать. Да, действительно, вынуждены ввести карантин в несколько департаментов, поскольку там были заболевания среди сотрудников, у которых не хватило чувства самосохранения, сделать себе прививки. То есть ни один сотрудник из моих департаментов, который провакцинировался, ни один из них не заболел. А болеют те люди, которые решили не делать прививки. Они решили, что если они сделают прививку, то им введут алюминий. Или это, как вы знаете, самая там главная тема там российских СМИ и психически нездоровых людей, о том, что там это все придумал Дик Чейни и так далее. То есть, ну, люди пытаются, будем говорить, каждый сам кузнец своего здоровья. Ни один сотрудник ни одного коммунального предприятия, а у нас вакцинировано более 80%, ни один человек, получивший вакцину, у нас никто не заболел. Ну, власне, я думаю, лишається те, що писав мер, да? Ті, хто, власне, хоче вакцинуватися, будуть кожного тижня проходити відповідні тести. Совершенно вірно, да. Михайло Олександрович, ще хочу задати питання стосовно актуальних питань, які обговорюються в тому числі і в соціальних мережах. Ви про це писали, це прихід на проспекті Олександра Поля, прихід біля торгівельного центру Славутич. От що там? Оскільки у соцмережах я бачив звернення до вас, що зробіть це, потім пішов якась хвиля негативу, що а навіщо це робити, що пішохіди – це не люди, от що там? Ну, давайте будемо говорити так, этот пішохід історично сложившийся со времен ще з совєтських времен. Тобто там завжди люди перебігали, вони випригували із-під колес транспортних средств. Це дійсно аварійно опасний участок. И тем не менее, нами было принято решение о том, что сделать там пешеходный переход,
с освещением. В этом году мы сделаем там завышенный пешеходный переход, то есть завышенный непосредственно сам участок. И на следующий год мы поставим там светофоры исключительно для пешеходов. Угу. То есть это решение принято. Как говорится, все посовещались, и я решил. Там пешеходный переход будет. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Но нет возможности достучаться в каждый двор и спросить у каждого мнения. Для этого люди делегировали полномочия городской власти, чтобы городская власть самостоятельно принимала решение. Поэтому там пешеходный переход будет, точка, все. Так, ну, власне, у Фейсбуці ви вчора, якщо я не помиляюсь, викладали відповідний проект. Тобто він таким і буде, як ви публікували? Ідентичним, да, абсолютно ідентичним. Так, інше питання стосовно цього, ви сьогодні говорили в тому числі і з пресою біля міської ради, новий тендер стосовно нового мосту. Вибачаю за таку тавтологію, стосовно центрального мосту. От що там, які роботи планують? Ну, я розумію, що тендер ще не проведений. От у чому там проблеми виникли? Ну, смотрите, ми в першу чергу провели реконструкцию и капитальный ремонт моста. Причем давайте все разделим, чтобы нашим телезрителям было понятно. Потому что многие, кто, может быть, не владеет информацией в полном объеме, скажут, о, они же мост ремонтировали. Они что, хотят заново ремонтировать? Для того, чтобы люди прекрасно понимали, мы сделали, провели капитальный ремонт так называемой верховой части. То есть это верхняя часть, по которой движутся транспортные средства. Мы заменили там несколько аварийных балок, мы заменили некоторые пролетные конструкции, которые были реально уже, которые реально уже несли угрозу для автомобилистов и для всех транспортных средств, которые передвигаются, поскольку в любой момент могло произойти обрушение. Я приглашал многих журналистов, многие журналисты видели, когда мы подняли эти балки, я их специально положил на левую сторону съезда с моста, чтобы увидели, где там между арматурой уже не было бетона. То есть конструкция балки держалась только на ржавой арматуре. Сколько бы она простояла, я не знаю, месяц, два, три, полгода, но риск для того, чтобы наш мост номер два, именуемый в народе как новый, присоединился к компании мостов с Италии, Киева и Стамбула, которые обрушились. Втомився. А? Втомився міст, була така, да, фраза. Говорили, мост устал. Плохая, кстати, фраза, очень глупая, она мне не нравится. Разнесло, и да. Меня, если честно, раздражает несколько. То есть это говорят так малограмотные люди. Поэтому было первое, мы сразу говорили, будет три этапа. Три этапа. Первый этап – это замена всех аварийных балок, замена пролетных конструкций. Это то, что было самое-самое важное, самое кричащее. Второй этап – это укрепление непосредственно самих опор. То есть это те опоры, которые идут с дна реки Днепр и на которых крепится вся верхняя часть. В этом году мы проводим тендер, и начиная со следующего года мы придем и начнем восстановление всех опорных конструкций, всех опор. То есть почему? Некоторые опоры находятся в очень хорошем состоянии, некоторые в достаточно удручающем. Но на сегодняшний день сказать, что вот все, кошмар, что-то может произойти, нет. Но надо смотреть на перспективу. Не надо бежать туда и ожидать, когда что-то произойдет. Надо идти с опережением. Поэтому нами было принято решение провести капитальный ремонт всех существующих опор. Хочу сказать следующее. Подводная часть опор, которая находится под водой, она в лучшем состоянии. Поскольку к этим опорам и к металлическим конструкциям нет доступа кислорода, они находятся в воде. А та часть, которая над водой, там уже имеются трещины. Называется эрозия, так? Напевно. Смотрите, там имеются трещины. Через эти трещины уже можно, на некоторых опорах можно уже видеть арматуру. То есть туда имеется доступ воздуха. Доступ воздуха разрушает арматуру. Для того, чтобы это остановить, мы проведем полностью восстановление всех существующих опор на мосту. Я думаю, на несколько десятилетий мы о проблеме моста забудем. Есть еще третий этап, дальнейший, я не знаю, когда мы будем его реализовывать. Это съезды с моста. То есть та часть, где заканчивается опирание моста на берег и где существует съезд. Это уже будет третья часть. Когда мы будем ее реализовывать, я пока ответить не готов. Но хочу заверить всех жителей города Днепр о том, что в момент проведения ремонтных работ по восстановлению опор нового моста движение по мосту перекрываться не будет. Все работы будут проводиться исключительно сплав средств, с барж,
Там будут установлены строительные леса, и вся работа по низовой части будет происходить исключительно с русла реки Днепр. То есть мост перекрываться не будет. Возможно, иногда на какое-то очень непродолжительное время где-то будут ограничены и будут сужены участки дороги. То есть на момент крепления, либо на момент монтажа строительных лесов. Но полностью мост у нас перекрываться не будет. Так, і щоб підсумувати стосовно мосту, стосовно нового мосту, от ми пам'ятаємо, в принципі, яка була реакція активістів чи так званих активістів, яка була реакція у соціальних мережах, таке інше. Чи готові ви знову це пережити? Ну, смотрите, виходу другого нет. От зараз я недовольний. Ой, там, зачем вони зробили мост, там, от чому так довго було перекрито, тепер у мене к вам вопрос. А якщо б з мостом щось произошло, і він би сложився, яка була б реакція? Ладно, реакция активистов, городских сумасшедших, причем большинство из них проплачены. А не дай бог произошла бы катастрофа. Это смерть, криминальные справы. А не дай бог бы погибли люди. Где бы были эти активисты? Это ж точно такая же ситуация. Пилят деревья – плохо. Дерево упало, ударило машину либо человека. Не пилят деревья – плохо. Поэтому мы самостоятельно принимаем решение. Ну, стосовно дерев, я пам'ятаю, ваш досить такою емоційною реакцією в соцмережах. Ну, жити з цим ж невозможно, це ж просто кошмар з цими деревами, це ж просто ужас. Ну так. Михайло Олександрович, я не за дерева зараз хочу запитати, а за інше питання, яке виникає у наших містян, метро, на якому етапі зараз роботи? Скажу так, вперше, мабуть, з моменту запуску будівництва метро, вот на протяжении последних 3 месяца я как официальный куратор этого проекта, я очень доволен. С момента, как мы получили, как наш подрядчик получил разрешение на взрывы, которое он не мог получить 1,5 года, мы прошли уже, то есть подрядчик наш уже выполнил порядка более 2 километров проходки. Теперь вопрос. А если бы не разрешение получили 1,5 года назад? Я думаю, 80% проходки уже было бы в метро пройдено. До речі, можете нагадати для наших глядачів, хто не пам'ятає цю історію стосовно дозволів від виконавчого влади? Напоминаю нашим зрителям, що произошло. Тобто, коли починався весь предвиборний ажіотаж, ви пам'ятаєте, там сотні там помоїв, видуманих історій, о том, что там Филатов там купил эпицентр, о том, что там метро не будет, все утонуло, там утонули экскаваторы и так далее. То есть действительно нам со стороны одной областной организации попросту на протяжении 1,5 лет не выдавали разрешения на взрывы нашему подрядчику. Причем, когда мы начали переговоры с подрядчиком, он сказал, говорит, я не понимаю, говорит, но я строю, говорит, во всем мире. Компания «Лемак» входит в топ-50 самых крупных корпораций, строительных компаний планеты Земля. Они говорят, везде, говорит, даже, говорит, в Нигерии, когда они там строили плотину, мы разрешение получили, говорит, за 3 недели. Украина практически, не практически, а европейское государство, практически ассоциированный член Евросоюза, мы не можем получить 1,5 года. Я не буду рассказывать, как это происходило, что для этого сделал Борис Филатов, кому он звонил, президентам каких стран, в полном смысле этого слова. Послам каким стран? Ну, давайте так, из минимума. Был задействован посол, хотите смейтесь, хотите нет, США, посол Великобритании и посол Турции. Только для того, чтобы это сделать. Ну, посол Британии, напевно, это кредит ЕБРР, да? Совершенно верно, потому что у них же кредит ЕБРР. Угу. И посол Турции, поскольку там непосредственно находится штаб-офис компании «Лемак». И поэтому, то есть, были запущены все механизмы. 1,5 года простоя. Подрядчик понес колоссальный ущерб в связи с этим. Потому что ну, 1,5 года стояли, они там экскаватором рыли там, по 0,5 метра в день. А на сегодняшний день у нас проходка составляет где-то в среднем, то есть компания «Лемак» делает проходку порядка 300 метров в месяц. Это очень хороший результат во всех отношениях. На сегодняшний день, если, например, там 1,5 года назад у меня был какой-то скепсис, получится, не получится, не знаю, а вдруг, на сегодняшний день я удовлетворен работой нашего подрядчика, реализация проекта по строительству метро где-то там на 110%. У вас панель стеклянная, стучать не буду. На сегодняшний день я очень доволен. Я в метро буквально через день, я вижу, как все проходит. И плюс наш подрядчик уже приступил к постоянной отделке тоннеля. То есть после взрывных работ они начали уже изготавливать постоянную отделку тоннеля, так называемую финишную.
На сегодняшний день я доволен. Це по всьому тунелю чи театральному? Ми почали з театральної, от місця смички старого участка, де у нас були випадки, у нас отделка виконувалась чугунним сегментом. У нас ми зробили стик, і оттуда вот далі ми вже йдемо NITM-методом, так називаємо новоавстрійським. Тобто, ну, для наших телезрителей, щоб це було понятно, хто пользується метрополітеном, ви бачите, що стінки виконані із чугунних сегментів. А сейчас самая современная технология, которая используется в мире, впервые в Украине она была использована на строительстве Бескидского тоннеля, это на западной части нашей страны, там происходит так называемый монолит. То есть образно у нас тоннель в метро не из чугунных сегментов, а сплошная железобетонная труба. Если так можно выразиться, просто чтобы людям было более понятно. Так, и нарешті по строках. Кінцевий строк на сьогодні. 24-й год декабрь. 24-й. Да. І, до речі, стосовно цього, можливо, не зовсім до вас питання, але тим не менше, а можливо і до вас. От інтернетом вже, мабуть, півроку гуляють оці ескізи тих станцій, це дійсно досить красиво. От вони такими і будуть? Це вже завершений проєкт? Це повністю завершений проєкт. Вони будуть іменно такими і ніякими більше. Михайло Олександрович, ще таке питання, можливо, неприємне, але тим не менше стикаються із цим дніпряни. Це таке відключення води, яке інколи трапляється у нас. От у нас завжди, кожен день, в тому числі наш сайт публікує, що там будуть проводитися якісь роботи, планові, таке інше. Але позапланово інколи трапляється, буває таке, прокидаєшся, нема води, чи якась не така вода тече. От у зв'язку із цим, це пов'язано з комунікаціями і взагалі стан комунікації водовідвідних, водопостачальних у нас у місті от який? На сьогоднішній день у нас износ сетей водоснабження 80%. Тобто 80% – це їх повний износ. Причому більшість сетей у нас з'явилися в місті Дніпр після окончання Второї мірової війни. Тобто ми будемо говорити так. Причому, що найнеприємніше, більшість сетей було настільки, не хочу нікого обидіти, предыдущими совєтськими строителями, настільки бездумно уложені, что большинство сетей магистральных у нас проходят под фундаментами домов, в подвалах домов, под детскими садиками, под школами. И технически заменить их практически невозможно. Причем составляющая на замену, ну это понятно, надо заменить трубопровод. Но это надо все вырыть, надо восстановить благоустройство. А как заменить трубу, если она идет под домом? Ну ладно, если там глубина 1,5-2 метра, можно сделать прокол. А есть участки 8 метров, 9 метров есть участки, где вода идет на глубине 9 метров. Достаточно проблематично. И если говорить в таком разрезе, я еще там, будучи в Крыму, мы работали с компанией Berlin Wasser, они нам там делали там проект по Крыму, по очистным сооружениям. Я же с ним там очень часто приезжал, говорю, смотрел, там, говорю, какая у вас ситуация вообще, то есть, ну, с водоснабжением, мне говорят, говорит, вообще, говорит, кошмар. Я говорю, в смысле, ну, говорю, Берлин Вассер, говорю, ничего себе, это вообще мега. Ну, чтобы было понятно, он говорит, с 90-го года, там, после падения Берлинской стены, когда перестал существовать Западный и Восточный Берлин, в Восточном, бывшем Берлине, на сегодняшний день мы смогли заменить порядка 25% коммуникаций. Только это Берлин. Это очень дорого. Это реально очень дорого. Мы работаем. И все аварии вызваны износом сетей. Причем, как правило, я думаю, многие из горожан знают, что если у вас некоторое время не было дома воды, а потом вода появляется, и все выкладывают в Фейсбуке, ой, посмотрите, вода какого желтого цвета. Это не совсем качество воды. Уверяю всех жителей, кто хочет, у кого есть желание, я могу организовать поездку на очистные сооружения, которые занимаются подготовкой питьевой воды. Вы убедитесь, я неоднократно приезжал туда, показывал, ее спокойно можно пить, она действительно соответствует всем нормам. Но как только вода попадает в трубопровод, происходит так называемое вторичное загрязнение. И когда полностью опустошается трубопровод в результате какой-то аварии, на стенках остается какой-то мул. И он осажается, и когда попадает туда, вновь идет вода, этот весь мул, к сожалению, летит к абонентам. Так, Михайло Олександрович, в принципі, ну, заміна цих труб, ну, ви сказали, в принципі, приклад Берліну, у мене було питання, вирішив навіть його не задавати, що за 30 років 25%, в принципі, це не на рік, не на 10, якщо їх міняти. Інша тема тоді – крематорій. Проєкт завершен, проходить голосування. Орієнтувальна вартість в районі 140 мільйонів гривень.
Так, ну я бачив документ, там щось 137 да? мільйонів гривень. Це орієнтувальна стоїмость. Причому це було комерційне предложення ще до подорожання суми на метал. Ну, власне, а коли можна чекати початку будівництва? Я думаю, начало ми почнемо весною наступного року. Проєктна документація готова, але необхідно, тобто, поки почнуться проєктні роботи, ізготовлення самого обладнання займає порядка 16 місяців. Плюс необхідно підключитися к газу, к воді, к каналізації і так далі, і тому подобне. Ну, тобто будівництво – це так роки два з ваших слів? Два роки. Плюс-мінус да. Два роки. Розраховано на 48 кремацій в сутки. Так, ну і він довго прослужить взагалі? Кого? Прослужить він? Ну, у нього орієнтувальний срок експлуатації, як закладують производители, в районі там 40 років. Кожні 18 тисяч кремацій необхідно, там же ситуація яка, там є там три ступені фільтрації. Основну нагрузку це несе вже рукавний фільтр, причому рукавний фільтр не такий, як у нас, він там совершенно другої технології. Він міняється кожні 15 тисяч кремацій, якщо його не поміняти, просто крематорій працювати не буде, він виключиться і все. Плюс там додається спеціальний колаген, плюс там додають, там существують фільтра, я це все показував в Фейсбуці, в Ютубі, всі це бачили 150 разів. Орієнтувально, ну, 2 роки, да. Так, ще таке питання стосовно набережної, нашої да. Набережної Дніпра. В принципі, так, про це вже можливо, і забули наші городяни у більшості своїй, але тим не менше, інколи так це вистрілює в соціальних мережах. А на початку літа ця тема взагалі була хайповою. І, напевне, в першу чергу для противників міської влади, це набережна, яка у нас біля фестивального причалу обвалилася. От буквально днями, я знаю, ви проводили виїзний брифінг стосовно початку будівельних робіт. От, можливо, знову ж таки, я вас попрошу для наших глядачів нагадати, що там відбулося, у зв'язку із чим, ну, це погода була, обвалення набережної. І коли можна чекати, що ця ділянка від пішохідного мосту на Монастирський острів до фестивального причалу буде відновлена? Так, хто із наших жителів не знає, либо не пам'ятає, либо не слышав, дійсно, кілька місяців назад, коли у нас за сутки випала практично двохмісячна норма дождя, у нас произошло обрушение не набережной, как у нас пишут, там, как некоторые там, средства массовой информации пишут, в Днепре рухнула набережная. Хотя на самом деле никакая набережная в Днепре не рухнула, а произошел обвал перильного ограждения. Вот у нас набережная, да, вот набережная, а это стоят перильные ограждения. С этой стороны у нас была вложена, то есть так называемая гранитная плитка, просто облицовочная. К сожалению, не совсем качественно был выполнен там 12 лет назад реконструкция. И вот эта вот перильная часть, на которой стояло ограждение, оно было залито не монолитно, оно просто стояло на обычных плитах на известковом растворе. Понятно, когда пошли большие осадки, начала замокать подпорная часть, которая облицовка, она упала и она потянула за собой все. Мы сейчас полностью разобрали. Кроме того, мы расширили участок для разборки, демонтажа по 70 метров в каждую сторону. Мы провели инструментальное обследование, мы это все разобрали. Сейчас мы начинаем с отливки монолитного фундамента, на который будет происходить опирание той гранитной плитки. Эта гранитная плитка, та же, которая там и была, она попадет на свое место. Мы просто ее расчистили, отпескоструили, и мы поставим ее туда. Закончим до конца этого года. Ну, побачимо, як воно да. буде виглядати. Воно, в принципі, буде виглядати, як і ідентично. Внешне ніхто не отличить, що щось произошло. Ідентично. Михайло Олександрович, Успенська да. площа, знову ж таки, там ідуть роботи. От коли можна чекати, скільки це взагалі коштує, що побачать дніпряни, як воно буде? Давайте будемо говорити о деньгах, коли ми повністю все закінчимо. Ми плануємо завершити всі роботи до кінця цього року. Ви бачите, то есть, ну, несколько роботи, то есть, на сьогоднішній день ми відстали по причині сітей, зараз розкажу, на 3 тижні. То есть, ну, у нас есть там так называемая, я думаю, кто жители знают о строительстве, так называемая пятисотка, да, на которой нанесены все сети, все коммуникации, то есть электроснабжение, водоотведение. Мы когда это все открыли, а там существуют трубопроводы,
и сети, о которых вообще никто не знал. И их никогда не было. Не нанесені, не в вообще их не существует и никогда не существовало. К ним запитаны какие-то дома, потом начали искать, пока разобрались, пока пришлось. И я, ну, в любом случае, мы заменили все, что там было. 30% из того, что там находилось, оно уже было нерабочее, мы его демонтировали. А остальные рабочие. Но в проекте на основании 500-ки у нас этих труб не было. Вот мы разрыли, вот мы понимаем, у нас там образно 6 труб, да, 6 трубопроводов. Мы разрываем, а их там 9. И мы же не можем сделать 6, а остальные 3 оставить и просто засыпать. Это пришлось тоже делать в любом случае. Очень сильно постараемся закончить до конца этого года. Так, інші будівельні роботи, які турбують вже не мешканців центру міста, а мешканців, скоріше, спального району. Я завжди в наших ефірах торкаюсь красного, червоного каменю, не можна торкатись. Роботи між червоним каменем та житловим масивом Покровський, колишній комунар. Це вулиця Юрія Кондратюка. Що там відбувається, що побачать городяни? Закінчуємо роботи орієнтовно до 15 ноября. Недавно я выпил литра 3 крови у всех подрядчиков. Кто, кстати, знает, они же там получили только небольшую предоплату. С ними вообще никто еще ни за что не рассчитывался. Первая претензия была, в которой я лично разбирался, это качество бордюрного камня. То есть вы видели, что с ним произошло через полгода. На самом деле проблема не подрядчика. Я это лично, персонально разбирался. Они мне там клялись с детьми, что у них все хорошо, что это нормально. Приобрели у одного производителя в городе Днепр бордюр некачественный. Реально вина подрядчика нет. Но я же деньги плачу подрядчику, я же не плачу за воду. В итоге договорились, подрядчик за свои средства, пусть он разбирается с заводом сам, он меняет полностью весь бордюрный камень. В любом случае у нас гарантия, я с него не слезу. Я там каждый день, утром и вечером. Все вижу, все слышу, все нормально, все хорошо. 15 ноября закончим. Так, буде якесь офіційне відкриття? Ні, ніякого відкриття не буде, ну послухайте, це ж не Стокгольмський парк. Так, ну Михайло Олександрович, напевне, будемо вже так потроху завершити, пару хвилин у нас лишається. І я хочу поговорити не про Дніпро, а про область. Все-таки нас дивляться в тому числі і мешканці області. І ви є депутатом обласної ради, більш того, голова комісії профільної з питань ЖКХ. Що там, що ви були раді, як взагалі комунальне господарство нашої області? Дуже скучно. Мені там не подобається. Саме в облраді, чи все так скучно з цим господарством? В облраді мені не подобається. Тобто, ну як, є комунальні підприємства, ну, образно, я їх там за півгода привів всі в чувства. І все, на цьому все закінчилось. А що далі робити, я не знаю. А що мається на увазі привести до тями? Ну, у них там, вони жили там в епоху недорозвитого комунізму. Они не понимали, что делать, куда бежать, и каждый жил и существовал так, как он хочет. Вот я вот так вот живу, вот так вот хочу и так живу. То есть, ну, я думаю, за полгода мы их привели всех в сознание. Сейчас там у нас изменилась ситуация, и тарифная политика, и кадровая политика. Ну, я вам скажу, мне в горсовете нравилось в качестве депутата быть гораздо интереснее мне было. Я периодически захожу в городской совет и смотрю, там все сидят, молчат, а я же привык там... В облраду, наверное, вы сказали, в Минскую раду заходите. Не, иногда захожу, я же смотрю, там тоже скучно без меня. Но мне не нравится, все там ходят, что-то рассуждают, а я же... Но остальная сессия была міської ради не скучно, Михайло Олександрович. Ну, это потому, что я редко туда захожу. Буду заходить чаще и туда, и туда. Я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з заступником міського голови Михайлом Лисенком. На все добре.